там один из посетителей блогов просил посоветовать, кстати, российскую литературу, детективную, чтобы я порекомендовала. Ну, во-первых, я к советам всегда отношусь очень... Я никогда по жизни их не даю, покуда меня их не спрашивают. А если и спрашивают, то очень-очень осторожно. Потому что дело это неблагодарное. А потом, сама я так устроена, да, по всей видимости, и не только я. Вот если мне кто-то хвалит, кто-то советует чего-то как-то, книжку ли прочитать, фильм ли посмотреть, естественно, у меня возникает какой-то вот свою, так сказать, уже предвзятость такая. Я уже построила у себя в уме, что там что-то супер замечательное, такое-сякое разведка. И вот с таким настроем приступаю. Действительность оказывается, как правило, не такой замечательной. То ли потому, что я вот этот идеальный вариант, кстати, выстроила до него, не дотянулась, то ли еще в силу каких-то причин. Ну вот как-то вот не случается, чтобы совпадало ожидаемое с действительно. Как-то чуть-чуть не так. Не так. Единственное, что могу порекомендовать, я их, как я уже говорила, я читаю теток, как я говорю, любимые мои тетки. Это Маринина, с которой началось увлечение вот этими тетками сами. Замечательно. О, мне, кстати, попался один из трилогий «Взгляд из вечности». Это не совсем детектив, это совсем другая. Но, тем не менее, очень. Это следующая детка, это Татьяна Степанова, вот мне попалась тот, кто придет за тобой. Триллер, детектив, чудесная тетка. Это Лариса Соболева. Ой, замечательно, до и после конца света. Ой, одна из. Я их все собираю, я их все покупаю. Это Татьяна Гармаш-Рофе. Золотые нити судьбы. Чудесненькая. Это Анна Данилова. Вот этих теток обожаю. И с удовольствием всегда читаю. Но это вовсе не значит, что я их вот рекомендую. Потому что вам, возможно, если вы кого-то из них возьмете почитать, возможно, они таковыми и не покажутся. Потому что достаточно необычные, далеки от действительности моей следовательской, будем так говорить. Вот. Ну, оперативники, по крайней мере, там показаны во всей красе, которых я нежно всегда любила и люблю. Там-то они так, как надо, расписаны. Вот таким вот образом. Поэтому благодарю вас всех за внимание и до свидания.